Доброго времени суток всем. 31 марта. Город Вентспилс, Латвия. В детском парке. Сегодня людно. Выходной. Все гуляют. Погода классная. Плюс 17 градусов. Приехали в Приморский музей. Расскажешь? Да. Праздник Пасхи. Торговля всем происходит. Пряники. Так, тут какая-то развлекательная программа. Мастер-класс. Хочу рассказать, что мы здесь были на Масленицу в прошлом году, и здесь постоянно подобного рода мероприятия. Особо ничего не меняется в плане торговли. Вот. И, короче говоря, сейчас еще ту часть пройдемся, посмотрим. Нашей продукции пока что здесь нет. Сзади меня это новое здание музея. Его еще не открыли. Когда откроют, я думаю, сходим. Так, это рыбу коптят, так. Контактный зоопарк. Это такая местная традиция катания яиц, развлечение. И вот там дальше катаются на качелях. Такая традиция есть, что тот, кто покатается на качелях, на Пасху целый год его не будут комары кусать. Тут на лошадках ездят. Значит, что здесь по развлечениям? Катают яйца. Катаются на лошадях, ходят на ходулях таких, значит, на лыжах даже. На лыжах ходят, на деревянных. Так, дальше. Ну, какие-то квесты для детей. Из каких-то дощечек что-то собирают. Вот там перетягивание каната, меряются силой. Там петух стоит, с кем-то договаривается. Сколько цветов уже расцвело. Весна настоящая, особенно когда тепло, супер. Музыка.